Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и мы продолжаем играть на сборочке Маджанга, уже темнеет, вот, давайте, мне нужно добыть еды, в принципе, у меня есть бобы, и не знаю, как они мне, дыхание под водой, они тут дают разные эффекты, мы еще в прошлой части их насобирали, кстати, вот можно будет пережарить стейк, точнее, что это такое, я не знаю. Давайте попробуем, какой-то магический бобс есть. Утомление, медлительность, блин. Ладно, значит, что мы будем делать в этой серии, народ? А в этой серии мы отправимся вон туда. Вот мне нужно сейчас, кстати, можно скрафтить мне этот... меч, вот, можно скрафтить, так, и печку мне еще можно скрафтить, это я сделаю сейчас потом, мне нужно просто спуститься туда сейчас хотя бы, и нужно мне еще убить летучую мышь. А! Фух, пронесло, ой, как мне повезло-то, однако. Так, тут вроде бы никого нету, я вижу ту его кучу руд из Таункрафта, и вижу... Ну, летучих мышей я тут не вижу, естественно. Так, мне нужно сейчас будет в ту коробку отправиться. Давайте сейчас добудем немножечко дерева. Да, кстати, я немножечко счетерил, да, я читер, я знаю. Я поставил спаунпоинт рядом с этой фигней, с этим каньоном, чтобы... не спавнится хрен знает где. Вот. А чтобы быстренько сразу дойти можно было. Так, значит. Мне нужно сейчас подняться вон туда. Это я сделаю с помощью моего любимого дерева. Ой. Так. Ой-ой-ой. Вот так. И здесь мы... тоже сейчас поднимем. Нет, не поднимемся мы здесь. Ну ладно, придется мне использовать все-таки наши эти. Давайте прям... Я слышу, там что-то горит. Давайте здесь поставим сундук. Там гасты, по-моему. Да, там гасты. Блин, мне нужна еда. Очень много еды. Что это за магический боб? Что он дает? Ага, он мне дает дополнительные сердечки. А это что такое? Кстати, я могу сделать печку. Сейчас скрафтить. Давайте скрафтим печку. А, нет, не могу я ее скрафтить. Значит, мы сейчас это все устроим нафиг. Так, и у меня опять закончилось. Да, у меня закончилось. Это вся фигня. Давайте сделаем кирку. Такую. И сделаем деревянный меч. И сделаем звуки потише, потому что меня гаст уже бесит. Вот так. Он прям вот тут находится. И давайте все-таки добудем немножечко добудем немножко булыжника. Добудем также еще железо, желательно побольше, и угля. Вот железа нам надо будет очень-очень много. Я пока что не рискую туда идти, потому что там будет очень страшно. Давайте посмотрим, что там. Блин, зачем я это сделал? Так, давайте. Так-то мы пока что закроем. Вот таким вот образом. Пошлите, в общем, добудем этого, как его называют-то. Блин, что-то я затупил. Железо. Вон я еще вижу железо. Так, давайте как-то так аккуратненько пропаркурим. Кстати, я ж могу похавать. Так, вот. Немножечко пропаркурим и добудем вот наше вот это железо, которое у нас здесь есть. Его у нас здесь оказалось одно всего лишь. Так много его. Так, значит, опа! Аккуратно пропаркурим. Пропаркурим. Так, теперь давайте вот так пропаркурим.
Здесь делаем такую, знаете, лесенку. Пофиг, что у меня... Мне нужен булыжник для печки. Сделаем лесенку. Блин, мне даже на броньку... О, не хватит! Что это было? Стоп, что за херня? Ой! А, скелет! Там скелеты. Давайте вот так спрячемся. От скелетов, от наших любимых. Так, и давайте. Сейчас мы... Там что там еще лазит? Так, давайте сделаем нашу печку. Хотя бы то, что у нас есть из железа, переплавим. Вот так ее поставим. Переплавим хотя бы... Давайте все-таки звуки вообще на единичку сделаем. Вот так. Потому что меня газ тоже бесит, если честно. И вот у нас железо сейчас переплавится, и мы еще сейчас еды. Будем... Капец, там их уже много. Не знаю, вообще сейчас хочу включить мирный режим, чтобы... Как бы... Ну, лазить я буду там с таким режимом, а вот... мирный режим для того, чтобы у меня меньше лаги были. Так. Так. Сейчас мы добудем это все дело. Оно нам пригодится очень сильно. Кстати, что у нас там? Давайте сделаем здесь какой-нибудь люк. Так, что это у нас? Ага, это у нас блок, который... Который не очень хорошо ставится. Так, давайте еще здесь прорубим. Вот так. Чтобы был как бы такой люк небольшой. И мы могли свободно пролазить. Там я вижу гаст. Точнее, не гаст, а инфрит. Что-то я сильно... Кстати, может его убить, а? Я стану инфритом, и у меня будет... У меня жизни мало, я не могу. Так, давайте поставим вот это вот все делаться. Воу! Полегче! Парень! Парень, полегче! Блин, я сейчас сдохну. Да, все, я рип. А нет, не рип. Ух ты, какой-то стейк не такой, мне кажется. Или это такой текстурпак? Во, отлично. Сейчас мы восстановим хелсу и пойдем на инфрита. Да, на инфрита. Так, это переплавляется. Давайте сразу это все мы дело выложим. Все равно я тут рядом спавнюсь. Так что это можно все дело выложить. И можно еще даже сделать не каменный, точнее не каменный, а... Не, все-таки лук я оставлю. Железный меч. Вот. Но только мне нужно дерево. Что это такое? Ладно. Мне нужно дерево, да. Давайте попробуем его так убить. То есть луком. Есть. Кстати, лук хорошо наносит урон. Так, тихо. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Беги, Форест. А, я сильно долго гореть не буду от инфрита. Они дрищи какие-то. Есть. А все, я устойчив к огню и к падениям. Я летать еще, я летать что ли могу? Ну вот только что у меня пукан горит, это мне не нравится. Так, а я летать могу? Нет, я летать не могу. Ух ты, мешочек какой-то. Смотрите, был точнее. Да я, мне как-то все равно, я устойчив. Кстати, вот да, точно, здесь же есть эти всякие. Ух ты. Вот это уже интересно. И тут же оно несколько этим, несколькими рядами. Я что, могу летать? Что ли? Вот, ну, я как-то взлетел, я не знаю как. Но я как-то взлетел. Ладно. У меня горит пукан, и мне это не нравится. И я вижу еще одну такую же хренотню. Только уже
Ой, паук. Паучок, паучок, паучок. Тише, тише будь. Паучок, тише будь. Тут у этих такие мощные луки. Вот честно. Так. Зомби! А. Так. Так, вот, видите? Ой-ой-ой. Мне залагало. Видите, я заспавнился рядышком с этой всей фигней. Да мне как-то насрать на ваши эти... На вашу стрельбу. Точнее, на ваши фаерболы. Я спокойно себе бегу. Да. О, кстати, тут же тортики есть. Можно будет похавать. Тут еще и эти есть. Мудозвоны. Так. Точнее, скелеты, да. Блин, куда мне идти? Вот железо тут очень много. Надо это все железо добыть. Ой-ой-ой, лаги, лаги, лаги. Да. О, кстати, крипер, спасибо, что помог. Пошел вон. Еще раз спасибо. Сейчас надобывай себе на броньку. Ой, ой. Что-то на меня наложен какой-то эффект. Да, это этот лучник меня стреляет. Вообще я ничего не вижу из этого инфрита. Жаль, что нету еще каких-то таких чуваков, которые устойчивы к огню и там, я не знаю. Блин, у меня собака гавкает. Надеюсь, что вас на записи слышно не будет. Ну, как всегда, я победитель по жизни, оно будет оно слышно будет. Ух ты. Кстати, можно... Кстати, где-то я тортик видел недалеко. Можно похавать и пойти... Вот они опять инфриты здесь. Кстати, я ж могу... А, о, мелкий, мелкий. Слышь ты, дрищ, пошел вон. Вот, опыт есть. Вроде бы здесь больше ничего такого нету. То есть я полазил. Везде практически. Добыл много, кстати, железа. 16 железа аж. Можно это потом будет переплавить. Вон, я вижу тортик. Торт, пошел вон. Пошел вон. Сейчас надо похавать тортика. Ух ты! Что это было? Что это сейчас? Что сейчас произошло? Пошел вон. Так, что это сейчас только что произошло? Меня скелет убил. Вынес. Взрывом. Или это был крипер? Вот тут этот мудак находится. Где-то. Тут. Или не тут. Нет, здесь. Кстати, тортик можно... Нет, тортик забрать нельзя. Это обида. Так, что у нас здесь? Мудозвоны какие-то. Ух ты, опять какая-то фигня. Чайник. Чайник. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, он меня стреляет. Пошел вон. Есть. Так, вроде бы больше ничего здесь нету. Давайте куда-то... Давайте вниз отправимся. Давайте еще сейчас посмотрим. Я хочу все-таки найти того скелета и его замочить, потому что это быдло меня убило с одного удара. Или это был крипер, я не знаю. Сейчас посмотрим. Так, давайте где-нибудь тут прорубим. Нет, давайте где-то вот тут, над комнатой. Нет, здесь тоже нигде нету, да? Значит, вот так. Блин, девятка. У меня колесико на мышке не робит, и мне приходится на клавиатуре нажимать. Обида. Так, что у нас? Ну, вот тут он был, этот скелет, я насколько я помню. Ну, его здесь уже нету. Почему его здесь нету? Ладно. Спускаемся ниже. Вон я там вижу спуск. Спускаемся ниже. Если что, потом умрем, и мне все равно ничего не будет. Так, тортик. Нужно похавать быстро тортика. И опять бежать нужно куда-нибудь вон туда. И я что-то вижу. Кстати, можно голдстоуны насобирать. Ой, ну я это лучше делать не буду, потому что это будет потом не темно. Возвращаться назад.
Так, там у нас что? Там. Мне нужны сундуки. Вот в сундуках здесь самый норм. Пошел вон. Так, жизнью. Жизнь добыл. Пошел вон. Так, вон там я что-то вижу. О, скелетик. А, меня убили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, я ж не устойчив, я к огню. Подожди, а кто я? А, я зомби. Твою мать. Я-то думаю, что-то тут не то. И я устойчив к огню. Оказывается. Так, был. Точнее, не устойчив к огню. Спускаемся. Там что-то разбилось. Может, там ведьма была. Ну ладно. Так, здесь я уже был. Так вот надо, короче. Я понял, как тут нужно. Так. Блин. Вот это тут скелет меня бесит. Пошел вон. Так. Что? Вот тут я умер, да? Да, вот тут. О, кстати, если рядышком. Вот он, этот скелет, который меня убил. О, какие-то зомби. Дерзкие сильно. Парни, полегче. Я свой. Я Шинфрид. Так, тут нужно пользоваться всем, чем можно. Всем, чем дают, тем пользуемся. Так, тортики обязательно. Так, что у нас здесь? Я пока что здесь ни одного сундука не нашел. Меня сейчас убьют. Нет, не убьют. Отлично. И опять зомби. Зомби. Если он меня сейчас ударит, мне хана будет. О, да это еще и зомби-босс. У него 80 хелсов, и он меня замочит очень-очень быстро. И мой меч ему ни почему, блин. Ни почем, точнее, ни почему. Что-то я вообще херню какую-то несу. Ахинею полную. Несу я и... Я не знаю вообще, что говорить. Я тут вот лазю, ищу. О, отлично. Скелетон, пошел вон. Я сундук нашел. О, опыт, отлично. Так, а ну, я могу стол зачарования добыть? Да, я могу стол зачарования добыть. Пошел вон. Скелетон поганый. Меня сейчас убьют. Если я сейчас не убегу, меня убьют. Мне нужно тортик. Отлично. На, быдло. Так. Значит, мне нужно скрафтить меч. Желательно железный. Чтобы можно было... Вообще шикарно, чтобы было. Но, блин, я не знаю. Мне нужно еще дерево. Так. И еще одно. Отлично. Все, идеально. Отлично. Значит, идем сюда. Берем, значит, железо. Берем... Ай, нет, не железо. Я ошибся. Берем, делаем палочки. Теперь берем палочку, кладем сюда. И железо. Все. Железный меч готов. Значит, отправляемся на нашу опять эту фигню. Так, кстати, а кто я? А, я Инфрид, у меня ж пердак горит. Все окей. Я ж Инфрид? Да, я Инфрид. Так, и еще ниже. Мне нужно каким-то макаром спуститься, я не знаю где. А, вот. Вот и еще ниже спуск. Так. И здесь где-то... Вот он, зомби. Во, этот уже побольше наносит хелсов. Так. Икс. Вот таким макаром. А, скелет. Какие-то тут скелеты стали очень сильно дерзкие. Вам не кажется? Это, что скелеты реально стали какие-то не такие. Они и быстрее начали стрелять, и они вообще стали какие-то сильно дерзкие парни.
Так, уже 20 минут я снимаю. Давайте сейчас полазим еще раз. Полазим еще чуть-чуть по этой фигне. И все. И на этом я закончу. Вот еще сундук. О, отлично, 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 отлично. Сколько я всего понаходил-то? А ну, вот это вот можно применить как-то? Я не знаю. Там. Отлично! Власты. Ху-ху-ху! Все, чуваки, мы отличные нашли просто. Это просто самая офигительная серия. Я не знаю, ставьте лайк за такую серию, что мы нашли очень-очень много всякой дребедени, нужной нам. И в следующей серии мы будем все-таки строить наш домик. Давайте еще ниже спустимся. О, и сразу сундучок. Отлично. Отлично, 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 отлично. Так, мед нашли, мы мед нашли. Давайте выкинем вот это вот все дело. Нити выкинем. Вот это выкинем. Rotten Flesh выкинем. И это выкинем. Ух ты! Зомби, 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 зомби. Так, ладно, мы не будем обращать внимания на этого зомби. Он плохой, он нехороший, и он вообще мудак. Вот, и мы будем, короче, сейчас так бегать. Еще можно один стол зачарования скоммуниздить. Ладно, скоммунизним еще стол зачарования. Так, что у нас здесь еще есть? Здесь у нас инфриты, как я вас люблю, мои родные. Тут очень много мобов, здесь надо будет с броней вообще лезть на них. Так, пошли вон. Либо с каким-то чуваком, ну, имеется в виду, превратиться в кого-то и влезть только сюда. Потому что так это сильно очень. Я вообще уже сейчас какую-то ахинею несу. Вот еще сундук я вижу. Забираем все, что можно. И бежим дальше. Кого я убил? Крипера, что ли? Да, я крипера убил. Я убил крипера. Прикиньте. Прикиньте, я убил крипера. Да ё-моё. Я не могу инфрита выбрать. Пошли вон. Все, ух ты. Какой-то самородок был. Или что это такое? Вот теперь бы мне тортик не помешал бы. Что это? Что это такое? Мама, я боюсь. Так, там я уже бывал, по-моему. Да, я тут был. Ладно, пошлите куда-нибудь. О, можно ниже спуститься. Еще ниже, нихера себе. О, опять злой зомби. Давайте его так надурим как-нибудь. Может, он лавка? Смотрите, там вообще дальше идет. Сколько там... Вот это вот самое офигенное место. Вот, отвечаю вам. Вот этот данж, это самый классный данж. Так, тут надо очень-очень быстро. Алмазы! Меч. Я не могу взять ничего. Так, выложим это все дело. Выложим это. Я взял меч? Да, я взял меч. Отлично. Так, ну я думаю, на этом мы закончим. Я еще без серии полазю в этом данже. Вот, и мы посмотрим, что у нас здесь еще найдется интересное. А в следующей серии мы отправимся в тот огромный данж. Он действительно очень большой. Вот, ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Джокер, всем удачи, всем пока.